большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега. Температура воздуха днем -7, -9 градусов, ночью 8-10 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, снег. Днем -8 и ночью -8 градусов, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем -8, ночью 10 градусов ниже 0, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, с прояснениями, небольшой снег. Днем -8, ночью 10 ниже 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.